BMW 4 серии Grand Coupe. Автомобиль, предлагающий отличное сочетание стиля, практичности и производительности. Однако, несмотря на то, что баварский высокопроизводительный пятидверный лифтбэк способен удовлетворить потребности множества автолюбителей, все равно найдутся те, кому и этого будет мало. Как раз для таких привередов, ценящих роскошь и высокую скорость, частная компания Alpina Bucher Bovensiepen из немецкого города Бухлоя, выпускающая серьезно доработанные версии серийных моделей BMW на основе BMW M440i Grand Coupe X-Drive, в 2022 году выпустила свою более быструю и более роскошную версию лифтбека D-класса под названием Alpina B4 Grand Coupe. Grand Coupe от Alpina, в отличие от заводской четверки, главным образом отличается своим более короткоходным рядным шестицилиндровым двигателем S58 с двумя раздельными нагнетателями, взятым у BMW M4 и также устанавливаемым на модель B3. Но если у заводского BMW M4 Competition X-Drive битурбированный S58 выдает 510 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента, а у седана и универсала Alpina B3 этот двигатель настроен на 462 лошадки и 700 момента, то у B4 Grand Coupe для того, чтобы не превосходить заводские N-ки, двигатель S58 ограничен умеренной форсировкой с акцентом на крутящий момент, поэтому отдача движка благодаря перенастройке составляет 495 лошадиных сил и 730 ньютон-метров крутящего момента. Тогда как у статного мотора B58 с одним двухпоточным турбокомпрессором эти показатели и вовсе составляют всего 374 лошадиные силы и 500 ньютон-метров крутящего момента. Помимо перенастроенного двигателя, B4 Grand Coupe оснащается доработанным гидромеханическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с усиленной муфтой подключения передней оси и электронно-управляемой блокировкой заднего дифференциала. Подвеска автомобиля состоит из адаптивных амортизаторов, спортивных пружин и увеличенных стабилизаторов поперечной устойчивости. На версию Grand Coupe от Alpina также устанавливают более крупный по сравнению со стандартным M440i 395-мм передние тормозные диски, а вот задние оставили прежними, их диаметр составляет те же 345 мм. Однако вместо стандартных тормозов также можно еще и за дополнительную плату установить углеродокерамические тормоза, как у M4. В целом, благодаря всем вышеупомянутым улучшениям, пятидверный Grand Coupe, чей снаряженный вес составляет чуть меньше 2 тонн, может разогнаться до 100 км в час всего за 3,7 секунды. В отличие от заводского купе, у Alpina нет ограничителя скорости, поэтому максимальная скорость автомобиля составляет 301 км в час, в то время как полноприводное купе BMW M4 с опциональным пакетом M-Drivers Package разгоняется только до 290 км в час. Визуально же тюнинг от Alpina, как всегда, лаконичен. Новая Alpina B4 Grand Coupe от стандартного M440i отличается опциональными полосами на бортах, дополнительным спойлером на переднем бампере с надписью Alpina, диффузором на заднем бампере, четырехствольной выпускной системой Акропович и 20-дюймовыми многоспицевыми дисками с фирменным дизайном. Что же касается салона, то здесь, кроме многочисленных значков и надписей Alpina, в главный перечень доработок входит адаптированная графика комбинации приборов. Как и всегда, для клиентов также еще и предлагается полная перешивка салона нежной кожей лавалина, которая дополнительно стоит 7300 евро. В
целом можно считать, что задуманная специалистами Альпины идея по созданию более быстрой, более комфортной и более лучшей при езде на высоких скоростях BMW с более премиальным интерьером, как всегда, удалась на славу. Ведь превращение обычного BMW во что-то большее – это то, что Альпина делает лучше всего.